Фамилия, имя, отчество. Авдиян Витальевич Азоевич. 1969 года рождения, 25 сентября. И откуда прибыли? С Армении прибыл, с Еревана. С какой целью? Лечиться. Статус? Я на этот вопрос отвечать не буду в камеру. Начальник, вы его закон или нет? Я вам сказал. Вы знаете, кто я такой. Ну, вы или вор в законе, или вы не вор в законе. Или так не бывает, или. Вы вор в законе или да, вы? Да, я вор в законе. Виталий, я. Виталий Тбилисский. Спасибо. Борисов Танзелович, вор в законе, 69-го года рождения, 6 мая. Маис Карапетян родился в Армении. Первый срок получил за кражу в 15-летнем возрасте. Затем несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Был коронован по инициативе старых армянских воров, которые, уходя на покой, решили подготовить себе достойную замену. Вы ошибаетесь, ребята. Мы не знакомы? Мы знакомы с тобой, хорошо знакомы с вами. Один раз с вами, один раз даже вы к нам гуманно подошли, сказали, демократия, мы тоже меняемся. Но не похоже, это какие-то репрессии, наоборот, с вашей стороны, а не демократия. Говорят, что Карапетян соблюдал воровские традиции, никогда сам не совершал тяжких преступлений, не брал в руки огнестрельного оружия и старался особенно не шиковать. Был убит в 2001 году на Большой Бронной в Москве. Вор есть вор, мент